Сотрудники ГАИ УВД Брестского облсполкома и байкеры из городского мотоклуба «Золотое крыло» провели благотворительную акцию за безопасность движения. Всего в социально-педагогическом центре на воспитание находится 26 ребят. Для каждого из них приезд таких гостей всегда настоящий праздник. Малышам предоставляется возможность прокатиться на настоящем байке и побывать внутри милицейской машины. Также специально для воспитанников центра привели собак разных пород, и у них отлично получилось подружиться. Конечно же, мы на постоянной основе уделяем внимание таким именно учреждениям образования, потому что все-таки здесь детки, так скажем, обездоленные, если можно сказать. То есть, естественно, им нужна эта забота, когда о них заботятся, когда приносишь им подарки, когда видишь эти счастливые глаза от того, что вот с ними проводят такие мероприятия. Многие даже же не видели, не знали, не понимают, еще мы сегодня привезли собачек, то есть им предоставляем возможность с разными породами познакомиться. Видно, как у них азарт в глазах. Как они счастливы. Городской мотоклуб «Золотое крыло» на постоянной основе посещает социально-педагогический центр города над Бугом. За многолетнее сотрудничество байкеры здесь стали очень близкими людьми. Даже в период ковидных ограничений председатель общественного объединения Олег Крепеневич лично навещал место, где детям дарят заботу и уют, чтобы привести детям все самое необходимое. Сейчас ситуация с коронавирусом стабилизируется, поэтому в 2022 он приехал сюда в очередной раз, но уже с друзьями. До этого мы ездили, в принципе, каждый год, наверное, по два раза, может, даже по три, как получалось. Вот, на открытие, на закрытие сезона. Вот, здесь приют, в принципе, наш Подшевский. Мы, когда был ковид, я приезжал лично, без общения с детьми. Ну, яблоки привозили, какие-то, ну, велосипеды. То есть, ну, а сейчас, видите, как-то уже попроще, уже можно. Уже все, по крайней мере, без масок. Чем можем, тем поможем. В рамках благотворительной акции «За безопасность движения» воспитанникам социально-педагогического центра подарили нужные полезные подарки. Школьные принадлежности, игрушки для детей и, конечно же, не обошлось без сладостей. Безусловно, от руководства центра и деток можно услышать только слова благодарности. Очень рада, что сотрудники госавтоинспекции проводят такую замечательную акцию «За безопасность движения». Дети всегда активно участвуют, рады такому взаимодействию. И отдельное спасибо хочется сказать байкерскому клубу, потому что это тоже наши постоянные гости. Я думаю, что наши ребята очень рады посмотреть на такую технику, покататься на такой технике, особенно если учесть, что из 26 воспитанников сейчас у нас 20 ребят. Спасибо! Александр Богданович, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.